Приветствую всех на своем канале. Сегодня поговорим исключительно о сортах клубники. Наконец-то мой сорт, который я выращивала из косточки, из семян, дал урожай. Хочу вам показать. Называется Треска. Смотрите, сколько цветоноса. Правда, она немного попекла, что ли. Смотрите, как она чувствует себя не очень хорошо. Но это молодой кустик. На следующий год, я думаю, он даст получше результат. Зато посмотрите, сколько цветоноса. Вот считаю. 1, 2. Огромное количество ягод. Смотрите. 3, 4, 5, 6. Еще большие такие, огромные. 7. Видите? Вот еще и лезет. 8. Пока я насчитала 8 цветоносов. Ягоду я не пробовала. Она такая приплюснутая. Но у нее что-то, видите, или попеклась, или что это с ней, не могу понять. Она одна у меня здесь. Один кустик растет. Больше у меня нету этого сорта клубники. Она мне чем нравится? У нее очень короткие усики. Вот, видите, прикорневой усик. Коротенький. И она может укорениться, и на этом усике вот дает сразу урожай. Они не длинные пускают ветви, а коротенькие, видите. И она, ну, можно не рассаживать ее, она будет давать такой компактный, округлой формы кустик. И можно садить рядом здесь. Раз, два. И будет очень красиво смотреться. Эти мне понравились. Пробовать я ее не пробовала. Сейчас попробую. Она перестояла немножко. Надо было раньше снять видео. О, ароматная. Классная, она ароматная. Сорт неплохой. Вот это уже переспело. Я хотела дождаться, чтобы, ну, все хотя бы чуть-чуть дали урожай. Ну вот, дождалась, чуть-чуть переспела. Ну ничего. Ну, сорт мне понравился. Я вам сейчас сорта показываю, не сами ягодки. Я их сейчас обрежу полностью. И чтобы она укоренялась, я не буду ждать созревания ягодок. Я их полностью срежу. Целиком. Резеточки укореню. А цветоносы с ягодками срежу. Показала она себя неплохо. Мне очень нравится. И цветоносики такие довольно мощные. Хороший результат, мне понравился. А сейчас покажу вам другой сорт клубнички. Вот, искушение. Это более ампельная клубника. Она более раскидистая. Видите, этот сорт маленький, аккуратненький. И этот, какие высокие ветви. Это тоже в прошлом году из семян я выращивала. Количество цветоносов у нее должно достигать до 20 на второй срок созревания. Сейчас уже смотрите, сколько много. Вот первый, второй, третий. Вот смотрите, четвертый, какой большой раскидистый. Вот пятый. На нее что-то напало. Плохое проветривание, я считаю. И у нее идут длинные ветки, розеточки. И она вот на розеточках дает тоже ягодки. Ее можно сажать как ампельную клубнику. Она так и называется. Ампельная. Искушение сорт. Видите? Она будет свисать. Не обязательно, чтобы укоренились эти розеточки, и она будет давать урожай. То есть подвесные кашпо, и вот так свисают эти розеточки. Вот, смотрите, еще одна. И дают они урожай. Урожай неплохой. А если хотите укоренить, тогда цветонос обрезаем, прикапываем в землю, и она пускает неплохие корешочки. Размножается очень легко. Семенами довольно сложно размножать. Но у меня получилось. И я очень рада этим результатам. Лист у нее интересный такой.
паучок на нее засел. Хорошая клубника. Эти два сорта, можно сказать, что меня порадовали. А здесь у меня сорт клубники с розовыми цветочками, видите? Это идет горшочный сорт. Я думала посадить ее просто в огороде, но он более горшочный. Она более мелкая клубничка и больше дает усов. И больше дает цветов. Не так она для урожая. Все говорят, что она сильно урожайная. Не слушайте. Она просто красиво цветет и дает она урожай. Ягоды вкусные довольно. Хорошие вот цветоносики дает много. Но ней накушаться невозможно. Смотрите, какая у меня плантация. Я с нее еще не пробовала. Вот, видите, она цветет. Может, она поздняя. Я, когда увижу ее в полном рассвете сил, вот этот кустик я купила тоже с розовыми цветочками, но чуть-чуть другой сорт. Это Тоскана называется, а это немножко другая. Я не помню, там где-то записала, потом почитаю, как она называется. Ведь я поставила палочку специально, чтобы знать, что... Ну, у нее даже листики другие, вот видите, светлее немножко. Ну, а розовые тоже будут цветочки. Посмотрим, чем они отличаются. Пока она красиво цветет, но урожая пока нету хорошего. Здесь у меня заросли в клубниках. Это я оставила цветы такие высокие. Я их делаю как пальмочками. Для того, чтобы клубнике не было жарко. Вот так я их обрываю. Это курочкам выбрасываю. Щир или как он называется. И такой стволик, и верхушечки немножко притеняют мою клубнику. Это у меня другой сорт клубники. Сашенька. Еще какой-то. Сейчас я покажу вам. У нас был дождь. Листья, вот видите, какие грязные. Тоже урожайная, хорошая клубничка. Где-то даже доспела. Сейчас покажу. Урожай хороший. Это крупная клубника. Видите, какая она много. У нее какая-то форма такая скрученная, но она сладенькая, вкусная клубничка. Сейчас еще покажу. Вот видите, какой дождь был сильный. Вот она, какая крупная. Вот мой ноготь, и она крупнее ногтя. Сильный дождь был, вот она прибилась к земле. Это второй урожай, сегодня 7 июля. Тоже попеклась немного, видите? Сильно жарко у нас. Уже земля не выдерживает, он трещит. От этих старых сортов клубники я избавляться тоже не буду. Они мне тоже очень нравятся. Но новые сорта испытать это всегда интересно. Видите, на детках тоже она у меня цветет. Пускает розеточку, цветет. Дальше пускает и здесь будет цвести. И таким образом она укореняется и заполняет все пространство. Я ее в прошлом году посадила реденько, для того, чтобы она сама все зарастила. Вот цветоносы у нее тоже высокие, мощные, видите? Листики, которые... Вот детка, видите, маленькая розеточка цветет. Листики, которые уже... отжили свое, они отсыхают, желтеют, и я их обрываю просто. Когда я сняла первый урожай, вокруг растения вот эти засохшие цветоносы я срезала, и лист, который лежал на земле, я тоже его либо срезала, либо так оборвала, как только что, чтобы не разводились всякие бактерии. Клубничка себя чувствует хорошо. Будем ждать хороших урожаев. Сейчас пошло второе цветение, кое-где появляются ягодки. А здесь у меня сорт клубники, это безусая клубника. Она тоже ремонтантный сорт, дает урожай целое лето. Это беспрерывного светового дня, как-то так она называется правильно. Хорошая клубника, хорошая.
Она сильно не разрастается, она более удлиненненькая такая, видите. Красной, к сожалению, еще нет. Она еще себя не показала. Но когда будет, я вам сниму видео. Она не пузатенькая такая, а длинненькая, красивая клубничка. И дает усы только молодое растение в первый год жизни. А во второй год уже, в третий, она усов вообще не дает. Этим тоже славится эта клубничка, что она не расползается по всему периметру огорода. Малина моя уже отдала урожай. Видите, уже засохли веточки. Те, которые отдали урожай прошлогодние. Малина была довольно крупная, вот хорошего сорта. А вот молодые ветки этого года уже пошли в рост и пускают цветоносики. Она у меня цветет аж до поздней зимы. Видите, какая хорошая. Она растет без подвязки. Очень высокорослая, до 2 метров высоты. Вот я рву малинку, еще остатки. Потом вот это я оборву все. Эта веточка засохнет, потому что вот она уже древеснеет. Видите, я ее обрежу, и будет лучшее проветривание для этой малинки. И малинка сказочного вкуса. Очень вкусная малинка. Это сорт ароматная малинка. В другом месте у меня там растет еще один сорт малины. Та более транспортабельная. А это вот так ломается. Но она обалденно сладкая и приятного привкуса. И цветет, и дает урожай до поздней осени. Всем спасибо за внимание. Всем удачи. Всем пока. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки.